Итак, вот я распечатал. Извините, что прекратилась запись. Нажал не ту кнопку. Вот так оно вот выглядит. Хорошая, зарядная. Упаковано вот в такой целлофанчик. Типа оригинальника это сертификат светится. Также внутри у нас есть... Они, наверное, берут пример с Фастека, что присылают. Вот такой вот счет. Кто и что заказал. Данному магазину респект и уважуха. Так, смотрим, что же тут у нас. Вот так оно упаковано. Такую вот пленочку. Да, это новая версия Литакалы. Тот, кто сейчас ее посмотрит, этот обзор, сразу увидит разницу с прошлой версией и с нынешней. Говорят, что это версия этого года. Так вот, если невооруженным глазом, сразу заметно, в чем разница между старой версией и новой. В принципе, ничего не поменялось, но вот само обозначение. Так, дальше. В коробочке мы видим инструкцию. И самозарядный USB кабель. Вот так вот распаковал. Извините, что не распаковываю на камеру, так как неудобно одной рукой. Тут у нас инструкция, как всегда, на китайском языке. Которую не понять, даже есть вроде как бы английский. Но в использовании данного этого нет ничего сложного. Вот у меня есть как раз два аккумулятора 18650. Сейчас мы их проверим, как данная зарядная отреагирует при вставлении данного аккумулятора. Берем аккумулятор. Что мы видим? Показывает, что заряжен на 100%. Оно так и есть. Ну, в случае ничего не нажатия, через это некоторое время оно отключается. Так, первый тест оно прошло. Хорошая такая массивная пружинка. Дальше что же мы проверим? Мы проверим, заряжает ли оно вообще или нет. Сейчас ставлю на паузу, подключаю к блоку питания и смотрим. Итак, вот я подключил само зарядное устройство к адаптеру питания на 1 ампер. Фирменная телефон или Lenovo. Вот, оно выключено. Сейчас мы пробуем вставлять наш аккумулятор. Посмотрим, что же покажет оно нам. Видим, что определилось как литий-ионы. Ток заряда 0,5 ампер. Ну, батарея почти заряжена. Это, конечно, несомненно плюс. Ну, вроде как бы работает. Так что спасибо огромное магазину GearBest за данную зарядочку. Думаю, прослужит мне долго. Вот такая была распаковка. Всем, кому понравилось, ставьте лайки. Заказывайте на данном интернет-сайте. И будете довольны быстрой доставкой и мелкими ценами. Всем спасибо. До свидания.